Я хочу спросить, разведчики могут превратиться в змея? Ну, змей — это общая сила, желание получать. А от него уже есть разные явления. Это очень высокая сила. Голова змея в бесконечности. И до бесконечности он развивается и добавляет человеку левую линию. Потому что без этого невозможно и правую создать, и среднюю. И поэтому вся мудрость, все коварство, вся помощь отрицательная — это все он, змей. То есть снова вопрос, как использовать его. Наука Каббала обучает нас, как использовать. Но если ты готов к этому, ты его любишь. Он тебя пробуждает. Он держит тебя в состоянии, когда ты должен быть готовым, когда ты должен продвигаться, не дает тебе покоя. Нет плохого в мире. Зависит от того, как мы готовы к этому, как мы относимся к этому. Но к каждой вещи ты должен изначально относиться так, что оно уместно. Нельзя это убирать. Я должен научиться, как правильно использовать. Самые худшие вещи, когда иногда это... Ты видишь это в реальности, не то, что там в теории.